Президент, ты сегодня так рано? О, привет, Янду. Вчера я заметил, что пол грязный. Поэтому пришел пораньше, чтобы прибраться. Все верно, это не он. Это был просто похожий парень. Кстати, Юнду. Ты вчера видела меня, да? Такие пугающие люди. Президент? Что? Нет? Разве? Ты приходила выпить вчера? Нет, я не пью. Я зашла вчера забрать... Черт! Ты и вправду ужасная лгунья. Что ты делаешь? Ты снимаешь одежду, когда злишься? Извини, я соврала. Давай успокоимся и... Тату. Что? Я учусь делать татуировки. Моя мечта — стать тату-мастером. Я хотел бросить школу, потому что не хотел поступать в колледж. Я бы не хотел учить то, что мне не нравится. Лучше заниматься любимым делом. Твои родители против? Конечно. Я был умным сыном с хорошими оценками. Я был отличником, но я этим не наслаждался. Так что произошло? Мы заключили сделку. Если я окончу школу с идеальными оценками и попаду в топ-10 нашей школы, тогда они позволят мне ее бросить. Я смогу отдохнуть и делать все, что захочу. Вот поэтому я все это и делаю. В школе я твой хороший, прилежный староста. Вне школы я просто я. А, кстати, это секрет.